Буккросінг – гэта міжнародны грамадскі рух, у аснове якога абмен кнігамі. Так, напярэдадні каляд у Нацыянальным мастацкім музеі размясцілася палічка з рознымі выданнямі, вялікімі і маленькімі, у цвёрдых і мяккіх вокладках, з ілюстрацыямі і без, але ў асноўным пра мастацтва. Самае цікавае, што гэтыя кнігі можна ўзяць проста так ці ўзамен на іншую. Я думаю, ни для кого не секрет, что очень часто старые книги из домов, из организаций плавно переходят и пополняют свод макулатуры, скажем так. Но оказывается зачастую, что именно в этих залежах есть те самые жемчужинки литературы, которая посвящена абсолютно разным темам, в том числе и произведениям искусства. И для новых владельцев они могут принести радость и такие минутки отдыха, наверное. Да, речи, открытие такой палички у Национальным мастацким не выпадковая. Сёлета исполнилось 90 годов с дня нараджэння классика белорусской литературы Владимира Караткевича. С этой нагоды Белорусский державный музей истории белорусской литературы распачал тематичный буккросинг под назвой «Был, есть, буду». Попередние у нас уже были открыты аналогичные буккроссинги, и в каждом нашем филиале Державного музея истории белорусской литературы и 9 филиалах. Мы побачили, что до этого есть великая цікавасць у наведывальников и пропоновали нашим партнерам театру белорусской драматургии под час проведения там спектакля, просвеченного Караткевичу, мы открыли черговый буккроссинг. А после этого убачили у Великим театры оперы и балету и пропоновали, чему бы мы не повторили то самое. Плануется, что у хуткім часе таких книжных поличек у музея будет некалькі, и, мабыць, менавіта тую книгу, якую вы шукаете, поставить на яе. Приходьте в Национальный мастацкий и обменивайтесь выданнями про мастацтва и не только.